Всем привет, дорогие друзья, мои подруги, с вами, как всегда, Алекс и Айнарсе. Мы, значит, приготовили вам интересные вещи на субботний стрим. Именно о них вы узнаете именно с этого ролика, если посмотрите его от начала до конца. Спойлерить мы не будем, поэтому все будет абсолютно без спойлеров. И, Айнарс, привет тебе, поздоровайся со зрителями и скажи пару слов. Алекс, огромное тебе спасибо, всем привет и зрителям. И я думаю, что будет очень, даже очень интересно и таинственно то, что мы предлагаем вам посмотреть в субботу. Чтобы понять саму идею и суть того сюрприза, который мы приготовили, я вам предлагаю обязательно посмотрите видео, которую мы сделали с Алексом с начала и до конца. Вы поймете, какой сюрприз для вас будет или для вас приготовлен именно в эту субботу на стриме. Всем спасибо и смотрим видео. Да, и видео смотрим, и не забываем про телеграм-канальчик, на котором будет анонс субботнего стрима, и я надеюсь, ты придешь туда. Первый на этот анонс оставишь свой ID. Ну что ж, приятного вам просмотра. Не забывай про лайка и делиться своими мнениями в комментариях именно под видео. Что ж будет в субботу у нас? Ну, все. С приятного просмотра вам, ребят. Да, спасибо. И всем удачи и в игре, и до субботы. Встречаемся в субботу на игре. Спасибо. Ого! Вот это огромный монстр. Да, это монстр огромный. Интересно, а что же мы делаем? Да. Очень интересно, о, наверное, что мы делаем. Да, пусть вот смотрит. Я красавчик. А вот красавчик. Вот он. А, наверное, в субботу что-то будет, но мы не скажем, что. Да, пусть посмотрит. Ой, так... Так он нас достал. Красавец, красавец, давай. Ну, я думаю, что кто просмотрит видео с начала до конца, должен идею поймать, нашу задумку. Далее. По-любому. Ого! Блин, ты видишь, какой он злой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, попа горит. Мать честная. О, тут кто-то эвакуированный вертолет вызвал. О, да-да-да, давай. Вот тут фармят. Давай. Давай, сейчас и тебя пофармят тут. Вот парни здесь фармят. Стреляет. Марлеон какой-то. Ну, так потом возить его в команду, чтобы не было видно. Я слажу все. Он удрал вертолет, трус, выходи. Блин. Да. Но я бы тоже убежал, что-то. Вылазь по фарме, не улетай, Марлеон. Мы тебе такого соседа привели, алло. Вот и он испугался первый раз, что он реально улетел вроде. Он фармил здесь этих первых зомби. Хвостик сгорел, да? Бывает. Так правильно, я же кролик, я забыл, блин. Алик, ты чё? Он меня чуть-чуть. Да не, нормально. Ножик. Куда он убежал? Да. Я красавчик, комсорист. Он не убежал, смотри. Еще, он идет. Блин, так смотри, он злой какой. Очень злой. Кто-то его обидел, я не знаю кто. Наверное, мы. Ну да. И куда мы его ведем? Мы его в секретное место. Давай, окей, согласен. Ой, хвостик мой. Ножик. Да, слушай, опа. Да, ножик чудо-оружие.
пожалуйста. Круто! Больно, больно. Очень круто. Да, смотрю, он серьезно настроился, блин. Очень. Да. Очень-очень серьезно. Я надеюсь, оп, ребят оп, внимательно смотрят. И зомбики за ним бегают. Перед субботой будет пост. Ой-ой-ой, Алик, Алик. Ты чё, блин, какой он... Ну, офигеть мощный. Видел, как он нас в первую зону вытолкнул? Так он вытолкнул нас в первую зону? Вытолкнул, да. Я думаю, он серьезно настроился нас убить? Очень серьезно. Он череп возьмет сейчас. О, вот это будет это плохо, я чувствую. Ой-ой-ой-ой-ой, он опять злится. Ножик. Кто он такой злой? Кто он злой такой, не понимаю. И мотоцикл ругается. Слышал постоянно, тоже недовольный. Вот, вот, вот. Нет, ну слушай, ну это вообще. На шаг от смерти. Я чуть-чуть. Ножик. Он злится, он все, он разозлился. Так, сейчас он настроится. Больше им нечем меня удивить. Как нечем удивить? Сейчас он мегатроде нас удивит. Ну, очень сильно. Да, я даже не знаю, о чем он задумал. Очень задумал. Слушай, может он для нас сюрприз готовит, а? А просто мы с тобой думаем, что мы... Наверное. Может такой сюрприз быть? Ой, ёлки-моток, как он тут метров 10 от моего хвостика. Да, твой хвостик в опасности очень сильный. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видел, как он толкнул? Он залез на голову нам, да? Вот, ой-ой-ой, сколько тут и зомбиков. И зомбики нагло пришли посмотреть. Они же тоже такое чудо не видели в первой зоне. Однозначно. Для них сюрприз. Я думаю, никто не видел. Ох. Он очень злится. Да, я чувствую, потому что мне и попа горит от него, как он злится. Слушай, ну звук, как он идет, это вообще... Дай бог, дома кто-то так будет ходить. Ну, разве что питбустик вырастет. Ой-ой-ой-ой, все, он побежал. Ой, я сейчас пошел. Да. Не волнуйся, Айнарс, у нас нет собак. Да, но он хотел сказать, какого хрена, но не сказал. У него постоянно средняя голова недовольная. Наверное, самая умная. Это конец карты, кстати. Все. Это что, мы попали? Ой-ой-ой-ой, так он... Это конец карты. Первая зона. Блин, сколько тут зомбиков. Так смотри, сколько он тут набирает всех. Да. Я думаю, нужно его отвести к океану. О, давай помоем наконец-то его. Согласен. Ой-о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 й-
вот это и неприятно. Ой. Оу, да. Бизнес. Круто. Слушай, но мы его помоем. Мы его почти на пляж отвели. Так он и загорать тут может будет. Может быть.
Мы здесь. Мы здесь. Ножик. Отлично. Есть такой. Ты знаешь, Айнар, что мы по воде можем ездить? А ну, давай плавать мегаотруди может? Давай посмотрим. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, так он рядом, мамочек. Согласен. Ой-ой-ой, сейчас хвостик. Ой-ой-ой-ой. Какой он вредный, я не понимаю, а? Кися, кися. Так смотри, смотри, плавать он не умеет. Убегает. А собаки поверху бегал, видел? Видел. Ну, раз плавать не умеет. Нет, он пошел. За нами. Можем отвезти его к человеку здесь, который прокачивается. Давай. Глубоко не может он. Ну, он боится просто. Воды, да. Пудель, по-моему. Он злой, все, мы его достали, реально. Реально круто. Ой-ой-ой-ой. Ну, где наша тут есть собака? Человек, а есть мегаотруди. Как ты думаешь, он обрадуется увидеть его? Ножик? Слушай, так он никогда, по-моему, так он не будет готов. Никто давай не готов. Посмотрим. Никто не готов, пусть да? Он, я думаю, он может однозначно с ним сделать. Нет, пусть фото сделает на память. Да, обязательно. Где такое чудо еще увидишь в первой зоне? Только на фото. Блин, а поэтому однозначно меня фокус ждет. Однозначно. Я надеюсь, на стрим придут все в субботу. О, и, слушай, надеюсь, будут пришел первые у нас. Первые, ну, люди первые будут у нас, я думаю, да, Инарс? Как ты думаешь? Да, я на пост я придут? Думаю, первый, ники первый оставят? Не пожалеет. Да, первый, потому что будет что-то пожалеет интересное. Да не то слово. Я такого тоже так думаю. Я тоже так думаю. Я тоже думаю, что кол будет очень интересно. Ну что ж, ребят, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца. Я надеюсь, вы догадаетесь, потому что все показывать мы не будем. Не будем, Айнар? Да, спасибо. Правильно. Спасибо и приятного вам удачного дня. Или мы не будем показывать все, правильно? Не-не-не-не-не, Алекс, зомбики, блин.